Друзья, всем привет! В этом видео хочу рассказать о такой вещи, как безопасность нашего умного дома. Недавно произошел случай, у меня на базу данных пароль не стоял. Какие-то уроды взломали мою базу данных, удалили данные, написали в базе, типа, заплатите пару биткоинов, чтобы мы вам вернули вашу базу данных, либо мы ее выложим в публичный доступ. Вот после этого я задался вопросом, как защитить наш умный дом. Для начала вам нужно поставить пароль на базу данных. Для этого переходим в наш умный дом, пишем phpMyAdmin, на винде phpMyAdmin 4, получается, и попадаем вот в нашу базу данных. Пользователь у нас root, пароль, как видим, нету пароля. Нажимаем ОК, попадаем в нашу базу. Здесь в первом окошке нажимаем «Изменить пароль». Здесь генерируем пароль, копируем его, нажимаем «Ок». Все, пароль мы поставили на базу. Теперь надо прописать в настройках новый пароль к базе данных. Для этого заходим в мажордома, HP Docs. Здесь ищем такую «Config PHP», нажимаем «Изменить». Так, и вот как мы видим, сверху у нас имя пользователя root, пароля нет. Здесь нажимаем «Вставить наш новый пароль», который мы только что создали. Так, дальше, чтобы пользоваться мажордома из внешнего доступа, вам нужно раскомментировать вот эти три строчки. Убрать вот эти слэши, и здесь пишем имя пользователя для нашего умного дома, через который мы будем заходить, например, GOG напишу, ну и пароль любой там, какой вы создадите, чтобы, если вы когда заходите из интернета, то он будет запрашивать имя пользователя и пароль. Вот эти три строчки раскомментировали. Так, здесь пароль мы вписали. Ну и на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых моих видео. Всем спасибо, всем пока!